Привет всем! Вы на канале Прогаавто. Для того, чтобы обменять свой автомобиль на новый Шкода, вы можете воспользоваться программой Trade-in в нашем автоцентре. Что такое Trade-in? Это когда клиент хочет оставить свой бэушный автомобиль и взять с доплатой новый. Процесс обмена автомобиля по программе Trade-in имеет несколько этапов и особенностей. Что касается особенностей. Автомобиль должен быть не старше 10 лет, имеет пробег не более 200 тысяч километров. Но не без исключений, все зависит от состояния автомобиля. Что касается этапов. В первую очередь, вам необходимо пригнать автомобиль к нам в автоцентр, где на сервисе мы проведем его полную диагностику, по результатам которой мы определим его полную рыночную стоимость. Следующий этап – это выбор нового автомобиля и его комплектации, после чего мы узнаем разницу, которую необходимо будет клиенту доплатить за новый автомобиль. После оплаты разницы клиент забирает новый автомобиль, а мы берем на себя все тяготы продажи его бэушного автомобиля. Если у вас еще остались вопросы по трейд-ин, оставляйте комментарии под этим видео, подписывайтесь на наш канал Прогаавто и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео.